Дамы и господа, тема нашей сегодняшней программы «Честь и месть». Программа «Двери» на ваших телевизорах. Мы начинаем. Итак, «Честь и месть». Какой же из этих глаголов наиболее близок нашему человеку? Дамы и господа, гостья нашей программы Мария. Прошу, Мария, присаживайтесь. Ну, излагайте. Мой муж сволочь и извращенец. Василий постоянно меня упрекает в моем непостоянстве. Василий, это ваш муж? Нет, Василий – это друг его детства. А Василий, он постоянно упрекает меня в том, что я изменяю ему с мужем. Но это неправда. Это он изменяет мне со своей женой Зоки. Нет, ну это жена. Я не уверен, что понял. Поэтому давайте выслушаем противную, очень противную сторону. Дамы и господа, Василий. Мария, блин, ну как ты могла, Мария, блин, забыть, блин, все, что между нами было? Мария, я как представлю тебя в объятиях с этим мерзким, блин, противным этим Николаем, с маслянистыми этими руками, блин. Так, черт подробности. Дамы и господа, предлагаю послушать третью сторону медали. Николай! Мария! Господи. Мария! Все! Спасибо! Мария! Присаживайтесь! Спасибо, я постою! Мария! С тех пор, как 20 лет назад ты ушла с Василием выносить мусор на ведро, у меня к тебе накопилось много вопросов. И первый из них... Где ведро? Ну и сволочь же ты! Я сволочь, сама сволочь! А я на тебя потратила лучшие годы! А теперь живу с этим вот подонком! Это я подонок! Да это еще комплимент! Да я тебе... Тихо, тихо. На этом месте в программе будет свист. Послушай, сам свист! Да я тебе на свисте видал. Что ты сказал? Да оба вы свистоватые. Это, можно я их обоих по морде вдарю? А ну вдарь. Я тебя... Как ты кретин? Кто тебя? Минуточку. Змея. Я думаю, лучше ударить в гонг. Василий, я не вас спросил. Давайте спросим телезрителей. О, дама в черном. Вы вдова? Кто, я? Нет. Жаль, а то бы я пошутил. Скажите, вы Василия знаете? Да кто же не знает Василия? Замечательно, спасибо. Мужчина, а ваше мнение? Это я мужчина? Да я по сравнению с Василием пацан! Он как обнимет. Минуточку, вы-то откуда знаете? Жена рассказывала. Понятно. Ну что, спасибо телезрителям. А мы вернемся к нашим баранам. Итак, Мария, я вижу, что вам с нами снова нехорошо. Да? Не со всеми хорошо. Но знаете вы, где у него родинка? Знаем. Так вот, у меня там тоже родинка. И, кстати, я не твоя жена, Василий. Слава Богу. Очень жаль. А кто же вы? Я твой брат. Что? Мы же с тобой каждую ночь... А, внимательней надо быть. Кстати, у него там тоже родинка. Да, это что? Да, он наш брат Козлы. Я вам сейчас такое скажу, вы обидите вообще. Я ваш папа. От первого брака. Ясно? Ё-моё, лучше бы я в аншлаге работал, честное слово. Вы знаете, я вам больше скажу. У меня там тоже родинка. Где ты?
Я тут, я!